Здравствуйте, друзья! Сегодня готовлю жульен в тарталетках, закуску, которую гости обычно съедают в первую очередь. Куриную грудку отвариваем в подсоленной воде 30-40 минут. Грибы обжариваем с луком на растительном масле до готовности, слегка подсолив. Куриное мясо нарезаем мелкими кубиками, смешиваем с грибами, добавляем сливки. Заполняем начинкой тарталетки. Из заявленных ингредиентов у вас должно получиться 13-14 жульенов. Посыпаем каждую тарталетку тертым сыром. Убираем блюдо в духовку на 15 минут. Готовим при температуре 180 градусов. Вкусная и быстрая закуска для праздничного стола готова. Если мой рецепт вам понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До встречи на моей домашней кухне!